Мне кажется, такой последние годы конкурс нетрадиционной ориентации. Мне вообще он не нравится как конкурс. Никакого веса он в музыкальной среде не имеет. Наверное, в телевизионной как бы иерархии он является рейтинговым достаточно продуктом, не более того. Что касается Полины Гагариной, ну, многим нравится Полина Гагарина, я считаю, что шансов у нее нет. Мягко говоря. Ну, я несколько раз присутствовал на выступлениях Полины Гагариной. Ну, не нравится мне, как она поет. Она хорошая девушка, не умеет петь, к сожалению. Хотите прямое? Вот вам прямая речь.